Георгий Серышев, Елена Романова. Вы готовы? Да. Сергей Сергеевич, все нормально? Господин наставник? Да-да. Начали! Чириту не знает, она так умна и прекрасна, и вспыльчива так, и властна, что ей возражать опасно. И утром, и ночью поет и хохочет, веселье горит в ней, как пламя, и шутит она над нами, и с нею мы шутим сами. Жемчужные горы сулят им сеньоры, но денег чилить не надо. Она весела и рада, без денег и без наряда. По нраву чилить лишь солнце в зените, а всех кавалеров шикарный считает простого парня, что служит у нас парни. Для наших челиты все двери открыты, хоть лет ей не полных 17, но взрослые все признаться, ее как огня боятся. И любим ее мы, и терпим ее мы, и справиться с нею нет мочи. Над нами она как хочет, и делает все, что хочет. Сейчас же слышит ответ, всегда смеется звонко. Ай-яй-яй-яй, зря не ищет ты. В деревне нашей провожи нет, другой такой же ли ты. Ну что ж, господа, есть ли желающие? Полина Сергеевна, доминируй. Дмитрий Владимирович. Кашляй. А? Это поговорка. Доминируй, кашляй, заражай. Ясно, буду знать. Георгий и Елена, спасибо огромное за это выступление. Озорное, красочное, красивое, актерское. Очень-очень-очень мне понравилось. Но, естественно, мне кажется, Елена покорила своей красотой абсолютно всех мужчин в зале, но, мне кажется, и женщин. Потому что... Согласитесь, что Георгий смешно бы смотрелся в этом платье. Мы думали вначале. Абсолютно точно. Определенно ему бы не пошло, но Георгий очень достойно держался. Ну, простите, этот бордовый цвет, эти алые губы и вот... Это, в общем, все. И голос, естественно. Голос, в общем, все сошлось. И мне кажется, простите уж меня, Георгий, но здесь доминировала девушка, дама. Известный ценитель классики. Василий Михайлович, вы столько классики не слушали в своей жизни никогда, правда? 100%. Просто.
100%. Как будто выписал абонемент. После музыкальной школы училище точно. Хочу сказать, что Елена, присоединяюсь. Елена затмила, переиграла. А вы очень сильно отвлекались вот туда, Георгий. Вы... Там обед сейчас раздают. А, я понял. Да. Вы просто как-то смотрели, у вас там группа поддержки, да, наверное? Вы немного туда посмотрели. А где группа поддержки? Вот они там, да, машут. Естественно, да. Тот момент, когда Елена к вам пошла, вы туда смотрели. Была легкая несобранность. Очень понравилось исполнение Елены. И... То есть Елена прекрасная в полном смысле. Ну, несобранность. Неплохо, неплохо. Хорошо, я старался, я копал, я находил, ну, где-то хорошо, там что-то такое умненькое. Ну, новые слова, какие-то обороты, да, пошли, да, нормально, да. Это вы сделали? Это я сделал, можете представить. Высокая нота. Да, да. Григорий Викторович, скажите, когда можно начать? Ну, что вы, я всегда готов говорить. Будьте любезны. Тем более о музыке, которую я знаю досконально. Здесь такое количество классики я тоже слушаю впервые. Мало что понимаю в этом жанре. Сколько я понимаю, опереточный жанр такой, да? Это народная песня. Народная песня, понятно, что она народная, но жанр-то. Ну, мне, честно говоря, не показалось, что кто-то кого-то затмил. Совсем нет. Я бы даже сказал в обратную сторону. То наш дорогой Георгий выглядел очень достойно и очень грамотно. На мой взгляд, он был на своем месте, и как бы никаких вопросов лично к нему у меня не возникает. Бархатное платье, это, конечно, великолепно. Бордовое, вернее, да, бордовое, да, бордовое. Да. Бордо. Да. Да, и губа, так сказать... Не дура. Не дура, да, да, так сказать. Алая, так сказать, губа. Ну вот, знаете, Полина, что-то тут не то. Почему, Григорий? Вы сейчас с кем разговариваете? Оба молодцы. Это я с Полиной перекинулся пару фраз, там, пару колкостей, ну так, чтобы так разрядить атмосферу. Дай людям пообщаться. В конце концов, дайте нам поговорить. Мы не можем быть все время заточены именно на вас, как бы, Дмитрий, поймите. Хотелось бы, конечно, но мало. В общем-то, оба молодцы. Каждый из поющих друг друга дополнял, и это было абсолютно гармонично. Я вам благодарен и спасибо огромное. Спасибо. Перед тем, как мы дадим слово наставнику, я хочу еще раз акцентировать внимание на оркестре, который сегодня нам помогает. Это камерный оркестр театра «Градский холл» под управлением Константина Казначеева. Спасибо. Я представляю панику, которая сейчас в фонографе. Никакой паники. Что? А, нет, креслица-то закачалась. Они все друзья. Ну, конечно. Вы посмотрите, все друзья на этого несчастного седого Сергея Сергеевича. Друзья, да. Ее Клавдия Ивановна Шульженко в свое время пела совершенно замечательно. Нужно было попытаться ее протрактовать для дуэта. Ну, насколько это получилось или нет. Прекрасно. Это не мне судить, вот, но я благодарен Георгию, и вот за что. Он вообще не понимал, что с ней делать, и когда я начал на него как-то пытаться оказывать воздействие, мне кажется, мы нашли несколько важных слов, мы вместе нашли несколько важных слов. Я даже знаю эти слова. Да, в моем лексиконе, видимо, ты можешь себя трактовать, делать, переделывать, менять. И самое великолепное, что я это заметил на слепых и вижу сегодня, ты удивительно точно поешь вот в этих своих 2,5 октавах. Леночка молодец, но ей задачка-то была попроще, намного попроще. У нее все это, так сказать, в естестве. Единственное, что, ну, где-то добавила, где-то убавила, где-то передобавила, где-то недоубавила. Но когда смотришь на красивую женщину, которая чисто поет, даже не хочется никаких гадостей говорить. Я готов объявить решение. Итак, решение наставника дуэта Александра Градского. Лена остается. Жемчужный гол. Елена Романова остается в проекте «Голос».